Отправляйте заброшенное святилище к северо-востоку от деревни. Заброшенное святилище находится вот тут. Для начала нужно пробежать до сюда, до этой статуи. Поговорить с этой статуей. Далее нужно отбежать сюда, обратно. Довести духов, первого духа, который здесь находится. Вот здесь поговорить с ним. Потом вот здесь. И она в следующий раз станет вон там. Второй дух вот здесь будет стоять. Потом где-то вот здесь будет стоять вроде бы. И она станет вот сюда. Третий дух вон там будет на крыше. На уголке крыши, вон там, где голова Джунли. Потом она встанет. Где же она встанет? Я забыл. Ну где-то тут. И третий дух встанет. А, вон там, по-моему, тоже где-то третий дух встанет. И она потом встанет сюда. И здесь откроется три ящика. Здесь нужно что-то забрать. Переместиться сюда, на гору. Что за дух? Видишь? Ну ты же... Один из двух. Потом забрать вот здесь. Как его? Вот эту штучку. Линзу вот эту. Линзу воспоминания забрать у Инаги Хотоми. Позже вернуться обратно. Святилище. Обратно в святилище идти. Возвращаемся. Вон туда лучше не падать. На реку, на озеро. И с помощью этого святилища, ой, святилища, с помощью этой линзы одеваем линзу, надеваем линзу, ну, и нажимаем и проверяем вот таким способом. Их всего несколько, сколько их? 8 вот этих лисят, вот первый лисенок, ну или второй лисенок, далее. Вон там третий лисенок. Третий. Далее четвертый. Вот четвертый лисенок. Вот пятый лисенок. Шестой лисенок. Седьмой лисенок. Восьмой лисенок. Вот этот. И последний, девятый лисенок, вот этот. С ними всеми поговорите, и нужно возвращаться к статуе. Возвращайтесь к статуе. Говорите с ним, там будет три ответа. Поочередно выбирайте эти ответы. Сначала самый верхний, второй. Далее второй, средний, и третий раз уже самый последний, первый снизу, то есть третий, сверху третий. Потом забираете, подходите к статуе, забираете, что там у него там, вот эту штучку, что там было, пельмень? Потом идете направо, спускаетесь вниз к озеру, открывайте с помощью ключа вот здесь решетки, забирайте электрокул, далее вот здесь нажимаете, сколько раз там, сейчас посмотрю, вот здесь посередине 2 нужно поставить, изменить порядок, вот 2, далее вот здесь 3, и вот здесь 3. И вон там тоже 3. И все. Появляется тут какой-то самурай. Справляйтесь с ним и разговаривайте с той тяночкой. Все. Понял, пельмень? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А здесь я не знаю сколько. Здесь, по-моему, один.
Здесь не важно, сколько. Вот так вот. А, здесь один, да. Все, иди делай. Сейчас YouTube надо будет сделать это. Ютубчик. Ой, он только с духом не, непонятно, в смысле. Как это непонятно с духами? Ты не понял с духами? Ты сейчас не понял, что я сказал? Сначала говоришь со статуей. Понял? Самое начало. Говоришь со статуей, потом возвращается к духу. Первый раз с этим, с одним духом разговариваешь, он вот там стоит внизу, да? Потом он в следующий раз стоит вот здесь. Потом в третий раз он стоит вот тут. Это он первый дух и есть, он стоит вот здесь. Потом второй дух где-то здесь. С ним тоже два раза разговариваешь, он встает туда. Самый последний дух, третий, вон там, наверху, на макушке, где голова Джун Ли, она там стоит. Потом еще раз где-то и встает вон там. И все. Вот. Потом вот здесь что-то будет, я забыл уже. Вот и все. Все. Вот так вот. Ай, блин, я заебался. Если что, заходите на мой стрим. Я каждый день стримлю на Твиче. Вот так вот.